Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как перевозят технику для ремонта дороги. Смотрите, какая большая дорожная фреза. Она может ехать самостоятельно. Часть техники добирается до места сама, а некоторую нужно перевозить на специальных грузовиках. Это специальная стоянка для строительной техники, которая будет ремонтировать дорогу и укладывать на ней асфальт. Давайте посмотрим, как перевозят каток. Для этого нужен специальный грузовик с манипулятором. Даня и Саня! Даня и Саня! Даня и Саня! А вот и он. Открываем борт, забираемся наверх, включаем манипулятор, выдвигаем специальные опоры, чтобы грузовик не потерял равновесие и не перевернулся. Поднимаем стрелу манипулятора. Для этого нужно использовать специальный пульт. Выдвигаем стрелу на нужную длину, поворачиваем и засыпаем каток за крюк. Каток очень тяжелый, руками его никак не снять. Цепляем каток за крюк. Готово, можно спускать его вниз. Поворачиваем стрелу, вытягиваем ее на нужное место и опускаем вниз. Готово, каток на земле. Осталось убрать стрелу манипулятора. Убираем стрелу манипулятора. Осталось припарковать каток на нужное место. Включаем фары, разворачиваемся и подъезжаем на стоянку к остальной технике. А вы бы хотели покататься на катке? Если да, то ставьте лайк. Все, приехали. Выключаем зажигание. А вот этот грузовик привез асфальтоукладчик. Вот сколько техники теперь у нас на стоянке. Все готово для ремонта дороги. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь и смотрите другие наши видео про асфальтоукладчик, трактор и эвакуатор. Пока-пока.